Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня получили посылочку от Агромаркет с луком. Посадочный лук. По-моему, я заказывала голландский лук. Голландский лук, севок. Ранний. Red Byron. Полкилограммчика. Вот он, красавчик. Лук. Надеюсь, тоже голландский. Да, голландский лук, севок. Вулкан. Полкилограмма. И гость программы очень хочет посмотреть, поэтому давайте откроем и посмотрим прям так. Это ракомболь. Гибрид лука и чеснока. Хочется очень его понюхать, чем он пахнет. Три зубчика, стоит как крыло от самолета. Зато может вырасти вот такая дома красота. Теперь посмотрим накладную. Цены. Куплено все со скидками, поэтому получается очень неплохо так. Очень рекомендую попробовать ракомболь. И голландский лучок тоже обещают быть без стрелок и красивым. Всем спасибо за просмотр. До свидания.